кстати. Филиппинская маршрутка. Значит, российские маршрутки-то отдыхают. Такая маленькая. Выход. Выход прям так. Прям вот выходишь в окно. В опционный выход куда угодно. То есть можешь прям останавливаться где угодно, стоит недорого и воняет этим выхлопным дымом. Ну это ничего. Зато здесь висит не курить. А, поэтому нормально. Спидометра нет, никаких кнопок нет, вообще все чисто брутальная конструкция. Вот здесь вот местная тусовка байкеров. Это там отдыхали трициклы. Это у нас Филиппин Трейд. Какой-то там торговый центр интернациональный. Поручни здесь сделаны не случайно, потому что они бывают прям тормозят очень резко и можно головой уйти прям в стену. Тут что-то написано 7 песо тариф. Вот так вот водят здесь. Вот он сказал, остановись. И он, как знаете, там бомбило, там тут же на тормоза и через 3 полосы может прям перестроиться. То есть все нормально. Это... У нас Мерседес. Джипни Мерс. Здесь вот не видишь. Болтает так еще громко. О, видали? Чуть не воткнулись. Тут даже вот на велосипедах что-то торгуют. Короче, на дороге хаос. Как в Индии прям. Знаете, ну мне нравится. После культурной Токио в такой хаос попасть. То есть смог, видите, там вообще такой кумар стоит просто. Тут от джипни от этих у них. Евро, какой евро тут вообще, эти, стандартно для дизельных движков, и то отдыхает. Тут просто ахтунг. Да, вот так вот. Ну, а мы едем потихоньку. Вот, видите, подрезает, им пофигу вообще, он прет. Реально. После Филиппин, наверное, в России маршрутчики вообще будут эти как примерные водители ездить, да. Поэтому. Вот чувак что-то там сломался. Вот. Делал машину. Прям на ходу делает. Главное, пассажиров хоть высаживают, то хорошо. Бля, они сами разбегаются. Проезд 7 песо, это по нашим деньгам. Это что-то в районе. Ну, что-то 8 рублей. А, окей. Мы выходим. Окей. So. Welcome. Welcome, people. Это снова я. Я нахожусь также в Маниле. Вот, я сейчас снимаю, как будем переходить улицу. Ну я как уже говорил, здесь ахтунг полный, но есть светофор. Здесь светофор вроде как есть, но в то же время его нет. Что-то он там продает, что ли. Ну вот и все, в принципе, да, пошли. Главное, чтобы асфальт не закатали, а так, в принципе, все нормально. So, we must take a jeepney? Yes, it's right here. Really? Maybe... Окей. Вот, короче, здесь вот такая вот эта ситуация, надо еще поймать ее.
Я не знаю, вам вообще видно, нет? Тут полный П творится. This? Like this? I think there is no free places.
Короче, вот такой вот ахтунг здесь творится. Я даже не знаю, как... Опа! Полиция! Главное, чтобы нас не переехала полиция, а там пофиг, что остальное. Мопед. Кошмар вообще. Здесь надо в каске, в защите ходить через дорогу, елы-палы. А это этот дискотека 80-х местная, ну, пацанчиков. Так, ну вот торговый центр, значит. Сейчас попробуем зайти в него, посмотрим, что там будет.